Меня зовут Лили, здравствуйте. Мне сегодня очень хотелось соответствовать акции «Меликие», но у меня ничего дома не было подходящего. Мне пришлось одеть просто обычное платье, жилетку, и я купила на этой ярмарке эту тюбетейку. Это просто украшение, которое было дома. Платье – это резервит. Сапожки – это резервит. Жилетка – это Остин. Моя тюбетейка – это тюбетейка, которая называется Эбием. Эбием. Это бренд из Тюмени. Там бабушки шьют эти тюбетейки. Они раз в год в Казань приезжают. И я ее сегодня купила, она меня дождалась. Это прекрасную накидку я приобрела в пространстве Etis Club, который представлен на Чистопольской 22. Также этот прекрасный костюм я тоже приобрела в пространстве Etis Club. И не поверите, платок я тоже приобрела в пространстве Etis Club. А этот милейшую тюбетейку нам мне подарили. А аксессуар я тоже приобрела в пространстве Etis Club. Это пространство принадлежит моей сестре-двойняшке. Бренд основан, нет, не в Казани. Сахара, получается, у них производство находится в Турции. Дизайнером основательницы бренда является мусульманка, тоже соблюдающая, Зейнаб. А костюм Дагестан, Лафишева. Меня зовут Вахита Флорид. Я приехал на Печен-Базары в город Казань из Башкортостана. Город Уфа, город Туймазы. Я являюсь членом творческого объединения «Тамгай», и мы занимаемся реконструкцией костюмов народных. На мне сейчас надет башкирский свадебный костюм, нижняя часть. Он состоит, пойдем сверху, из тюбетейки. Она отличается от татарской, потому что она клиновидная. Вот, она войлочная, и она украшена тамбурной вышивкой, солярными знаками. Потом на мне свадебная рубаха, старинная такая, висит в Башкирском национальном музее. Здесь ткачество, прямой крой, то есть ластовицы идут вставленные, и украшения по подолу и в клиньях. Затем на мне кемер. Ювелирная пряжка этого пояса с сердоликами, с орнаментами. Вот. И дальше тканая основа с узорами. И штан. Штаны с широким шагом. Чем они отличаются от обычных? То, что они удобны для езды на коне. То есть, оп. Вот. Считалось раньше, что чем шире штаны, тем они круче. Свадебные штаны, они тоже бывали в полоску, но уже вот такими вот розеточками украшались. Это, кстати говоря, башкирское платье из Шаранского музея. Полная реплика в размерах, в орнаментах. Полностью в тех же самых размерах, расцветках, в крое. То есть у нее здесь тоже вот прямой крой. То есть раньше платья делались, что моя рубаха, что такие платья из домоткани, которые люди сами у себя выращивали лен, коноплю, делали пряжу и ткали ткани. Такие вот делаем татарские. Это изюм. Да, я его шью, то есть здесь осталось только заднюю часть сделать. Вот, есть еще также вот такой изюм уже, полустилизация под современность. То есть раньше они были очень большие, широкие, а это вот более компактный вариант. И также я занимаюсь изготовлением, недавно освоил вот такие вот делать позументы с городками, галуны.
разных цветов, серебряных, золотых. То есть, если посмотреть музейные фотографии, раньше они очень много использовались в отделке украшений нагрудных, самой одежды. Головной убор татарский. Он расшит жемчугом. Здесь конкретно идет бисер, вообще обшивался жемчугом. Но здесь вот есть изломы такие. То есть это шло на голову, а изломы сделались там, где оно обычно загибается. То есть носилось оно вот таким манером. Куфаку больше века явно. Минем исемем Нурия, мин Казанда яшим. Мне біздің енді ғойлы традициясына әйленіп бара, біз енді мен пішен базарын күтіп алабыз. Образларны подбирать итебез бик еш қына. Менің енді гардеробта күлмәкләр де көп, алқалар да көп, қолфақлар да көп. Тырышабыз енді милли булырға, әзірек қына айырылып тұрырға тырышабыз. Шынки енді әзірек қына миллилік юғалып бара, шыңа күрә біз енді шушы киім үстінде. Әлбәттә. Нәшылай. Меня зовут Гульнара. Головной убор, пиджак я приобрела в мультибрендовом магазине H's Club. Платье я давно покупала, уже лет 3, наверное, ношу. В Инстаграме нашла магазин Бипарт, называется, и там тоже приобрела. Пиджак, да, тоже его вот в нашем мультибрендовом магазине продается. И головной убор тоже там продается, очень удобный. Тут чепчик и платок вместе они. Головной убор здесь я приобрела.